мужики так хотят себе девственниц, потому что страдают комплексом неполноценности и боятся, что они окажутся хуже, чем ее бывший. Оказывается, мы просто трусы. И как смелые настоящие мужчины мы должны доказать. Мы должны брать ее, приводить и сказать: я тебе докажу, что я лучше, чем твои предыдущие 27 мужчин. Вот так вот. А я думал, что я всего лишь забочусь о своей репутации и хочу, чтобы рядом со мной была нормальная, достойная женщина. А это, оказывается, не совсем так.